Вот комрады. Нашел хороший сигнальчик. Блин, земля так промерзшая, что не могу его даже выбить лопатой. Вообще не хочет. Все очень сильно промерзшее. Ну, будем копать, искать, пробовать, что там. Все-таки жалко терять сигнал, кидать. Копать вообще невозможно. А сигналы просто песня. Вот это вот неглубокий. По шкале видно, что сигнал сверху довольно хороший. 40, 42, 44. Частичок. Сейчас попробуем копнуть. Посмотрим, что там. Ну вот, друзья, выкинул наверх комочек. Вроде бы, да, сигнал в нем. Сейчас найдем. Посмотрим, что это было. Куда-то соскочил. И неудобно, грязно. Шел к Юрке. У Юрки вот уже вторая находочка поверхностная. Буратосик. Буратосик. Надо же. Что-то даже видно. Довольно неплохой. Но что-то видно. Неплохой. Даже. Вон орел просматривается, польский. Ну да, тут до войны стояла граница. Была польская граница, поэтому буратосы здесь вполне могут быть. Мы как раз в эту сторону приехали. Ну, приятно, приятно, друзья, когда земля еще промерзшая, вот эти первые находки, даже пусть буратосик, маленькая иконка, но радости просто не передать. Ну и что Юрка еще нашел, покажи. Так, вот этот жетончик тоже сверху какой-то интересный лежал. Металл, закат, Москва, что ли? Металламп. А, металламп. Что это такое? Получше сфокусировать. Вот. Да, вот такая вот интересная находка. Лучше все-таки на колени снимать. Металламп, Москва. Угу. И медное колечко. Может, латунное даже. Может, латунное. Колечко небольшое, скорее всего, женское. Тоже все сверху собираем. Вообще наверху. Поле интересное, конечно, сюда приехать через пару недель, когда все оттает, и можно будет уже ставить глубинную программу. Из глубины все собирать. Ну, друзья, будем дальше искать, пробовать. Может, что-нибудь найдем. Приехали, друзья, покопать. Такое поле. Погода сегодня, конечно, нас встречает. Не сильно хорошая, то ветер, сильный дождь. Вот первая находочка. Первая находочка. 2 копейки. Снимать тяжело,
2 копейки 30-го года. Первая находочка 2 копейки 30-го года. Ну, продолжаем копать дальше. Начало положено. Вторая находочка, друзья. Недалеко от первой. И это что-то Александра II. Сильный ветер может мешать. Сильно видно, что за монета затертая, только Александровский вензель видно. Попробуем потереть. Скорее всего, копейка. Будем искать дальше. Друзья, верховая находка. Какая-то по размеру, судя, копеечка. Что это? Ага, одна копейка. Поздние советики. Будем искать дальше. Вот, друзья, из ямки выпал такой крестик. Все находки, к сожалению, не снимаем. Периодически дождь. Красота попалась с обломанным ушком. Вот такая тучка идет на нас, поэтому будем вводить в режим молчания. Друзья, после дождя вышло солнце, быстрее начали искать, из кучки выскочила такая монетка. Что там? 3 копейки 38-го года. Сильно тереть не буду, но сохран хороший. Пока солнышко, надо быстрее искать. Опять, друзья, поднялся ветер, пошел дождь, а у нас снова выскочил такой вот кругляш. Что это? Даже не видно, друзья, что это. Все грязное, грязь растирается, дождь идет. Почистим. Почистим, покажем. Вот, друзья, подошел коп к концу. Чтобы вы не думали, что мы шмурдяк не копаем, мы его копаем, но не показываем вам это на видео. Я считаю это лишним. Из приятного шмурдячка вот такой вот хороший краник от самовара. Пару неплохих конинок. Ну и всякая такая мелочевка. Латунь, бронза, алюминий, картечь оловянная. Ну, как всегда, куски проволоки, от них никуда не избежать, наверное. Ну а по монетам вот, шел дождь, все отснять не могли. И ранние советики, и империя. Юра крестик поднял хороший, зачетный. Только жалко, что, конечно, отломано ушко.
По монетам Юрка сегодня молодец. Надергал империи. Ну вот такие монеточки. Но правда медь почти все как алики. Сохран подубитый на этом поле. А вот ранние советики порадовали своим сохраном. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что комментируете. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами. Приветствуем вас, друзья. Видео будет нарезочка. Сегодня второй день копа. Погода радует, с утра морозец. В первом видео все находки отснять не могли из-за дождя. И вот сейчас первый сигнал, и выпадает из кучки 2 копейки. ...1937 год. Ранний советик. И начинаем искать. Буквально прошло минут 5, как мы расчехлились, и вот первая находка. Поступил еще один сигнальчик, друзья. Сигнал четкий. Где-то здесь. Ого. Что вывалилось? Так. Что-то ломанное. Похоже, что монета, но с отломанным кусочком. Ну, это радует. Находки есть. Будем искать дальше. Вот, ребята, хороший, четкий медный сигнал. Такой надо заснять. Где-то здесь. Забыл включить. О, грязная монетка. Выкопал в луже замерзший. Грязь растирается, но ничего толком не видно. Отмоем, посмотрим. Но находка уже радует. Вон комрад ходит. Что-то копает. Буду искать и я. Вот, друзья, сигнальчик у Коляна. Посмотрим. Так, ранний советик. Еще не смотрел, Коля? Нет. 2 копейки. 1926 года. Сохранчик неплохой. И вот, друзья, я буквально 2 минуты назад поднял, но не снимал. Или какая-то кокарда, или какой-то знак. Весь грязный. Не пойму, что это такое. Виден крест. Буква БТ. Может, кто что знает. Черканите в комментариях. С этой стороны все грязью забито так. А тут вот вырисовался такой вот рисуночек. Ну, ищем дальше. Вот, друзья, закончили копать. Сегодняшние находки, конечно, не очень порадовали. Погода испортилась, пришлось собираться. Что интересного из находок? Вот значок или что это такое?
еще пока не разобрали. Двухкопеечники сегодня в хорошем сохранчике. 2 копейки 30-го года, 2 копейки 26-го года и 2 копеечки 37-го года. Что нашли с меди? Почти все в убитом состоянии. Такой вот буратосик попался в наших краях. Елизавета вообще вся убитая. 1 копейка серебром. Вроде все читается, но очень такая затертая. В общем, и все, что за сегодня нашли. Надеемся, в следующих выездах будет намного лучше. Спасибо, друзья, за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В этом сезоне будет, я думаю, интересно. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.